Обстановка на дорогах Магнитки по-прежнему оставляет желать лучшего. С начала сентября госавтоинспекцией зарегистрировано уже более 80 дорожно-транспортных происшествий. В 4 из них пострадали люди. Виновники 9 аварий с места происшествия скрылись. Об очередном всплеске необъявленной дорожной войны в нашем первом материале. Резонансный случай наезда на группу школьниц по злой иронии судьбы произошел аккурат в День знаний. Четыре подружки, приобретя в одном из торговых центров по улице Завинягина канцтовара, решили перейти оживленную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время девушка-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, ехала по улице Завинягина от Казачьей переправы в сторону проспекта Карла Маркса. В результате 13-летние девочки были доставлены в травмопункт, где были осмотрены. Им был диагностирован диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины тела и конечностей. Все машины остановились, все два ряда, а третьей никого не было. Как я слышала, что она обогнала кого-то и вышла резко на третью линию. И получилось, там 5 секунд у нас было, я успела вперед убежать, а их, получается, троих сбила машина. Обернулась, они уже все лежат, это она резко стормозила. В настоящий момент девочки находятся на амбулаторном лечении. Согласно статистике ГИБДД, с начала этого года травмы различной степени тяжести на дороге получили уже 35 детей. Основными виновниками аварий по-прежнему остаются водители. Особо отличаются они в наездах на нерегулируемых пешеходных переходах. В связи с этим в настоящий момент в городе проводится спецмероприятие ГИБДД «Внимание детям», в первую очередь направленное на снижение уровня детского травматизма, а также на привлечение внимания водителей к правилам проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Станислав Юдин, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.